В областном центре необходимо усилить меры безопасности. Сегодня данный вопрос был обсужден на заседании под председательством акима города Ганибека Казантаева. Эпидситуация в областном центре заметно осложнилась. Последние двое суток выявляются по 13 случаев коронавируса. Задача – системное проведение вакцинации. Для этого в городе при поддержке предпринимателей будут открыты дополнительные прививочные пункты. Уже сегодня, благодаря за счет внебюджетных средств, привозится необходимое оснащение для данных кабинетов. Мы поработали с нефтяной компанией «Казгермнай». В результате в город будет поставлено 10 холодильных установок и термоустановки. В первую очередь мы должны обеспечить Шанхай. Поговорили с предпринимателями. Нужны просторные комнаты на первых этажах клубов. Необходимо проследить. В областном центре только в этом месяце выявлено 262 новых случая заражения. Особенно тревожная ситуация в поселке Таспугет. 88 инфицированных, и эта цифра растет. Главная причина – несоблюдение карантинных требований. Заплатят штрафы и работают дальше, пренебрегая правилами предосторожности. Поручено усилить контроль.